Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый лайфлог, кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. У нас довольно-таки сильный дождик, вообще весь день, так что буду сидеть дома, никуда не пойду, ну, кроме как с собакой вечером. Сегодня уже другой день, я в студии, у нас ученицы утренний кофе, и будут занятия на ковриках. Уже ночь, ну, вернее, почти следующее утро. Вот такая красота. А мне не спится. Ну, а сейчас я буду разбираться, размораживать морозильную камеру. Приготовила ведро, что-то перенесу в другую морозилку. Ну, а что-то просто с аккумулятором холода оставлю уже потом в ведре. Нужно все разморозить, помыть и аккуратно разложить. Сейчас я супергубкой Faberlic собираю шерсть с ковра, потому что собака сейчас линяет. Ну и буквально один день упустила момент, была очень занята, и вот столько шерсти. Но губка потрясающая, на ней шерсти не остается, а сама шерсть в клубок скатывается. Поставила печь яблочный пирог, уже месяц яблоки лежали в холодильнике, мне все было лень испечь. Ну вот сегодня три пирога. Так, а это я сделала сосиски в тесте, то же самое, месяц лежало тесто в морозилке, кстати, сверху кунжутом посыпала. Чайный пирог тоже сделала, сейчас буду резать на кусочки. В контейнере сосиски в тесте, вот так вот все поместилось. И буду пылесосить за холодильником, вот такой ужас. Навожу порядок на кухне после разморозки морозильника, всяких кулинарных экспериментов. Тут просто вообще настоящий хаос. Нужно все перемыть, потом помыть и столешницу, и, в общем, все. Время уже позднее. Но я люблю, чтобы, когда ложишься спать, чтобы все было чисто. По крайней мере, чтобы грязной посуды точно не было. Поэтому все буду мыть. Честно говоря, я не знала, за что браться. У меня редко такое бывает, но понятное дело, когда из морозилки все вытаскиваешь. Тут еще кучу контейнеров задействовала. Много всего, все перемывать. Ну и, конечно же, вот этой формы для выпечки. Короче, много всего тут. Столешница жутко грязная. Ну да ладно, сейчас будет все чисто. И завтра утром, когда я выйду на кухню, будет чистота. Это самое приятное. Ради этого стоит заморочиться. Так, теперь еще и потом раковину надо помыть. Но, кстати, противни, хоть и силиконовые формы, все равно придется давать им немножко постоять. Хотя бы минут 15. Ну, так проще отмывать. Это икеевские доски разделочные. Они, кстати, очень классные. Мне нравятся. Стакан. Неудачно, конечно, там. Надо было сразу его залить. Ну, ладно, сейчас вымою. Так, все вроде бы отмывается. И форма. Следующий день я загрузила стиралку. Уже повесила белье. А это рубрика «Из Питера сообщают. Кавголовское озеро». Пока пляж, можно сказать, пустой. Уже следующий день мою плиту. В основном сейчас использую обычное кухонное мыло от Faberlic.
Но вот сюда сейчас добавлю средство для духовок и плит, тоже от Faberlic. Потому что немножко тут пятен. И в некоторых местах хочу вот зубной щеткой. Удобно. Так, ну а теперь, поскольку я все равно буду убираться при помощи пылесоса моющего, то и, соответственно, соберу здесь, чтобы упростить себе задачу. Все заодно. У меня моющее средство в пылесосе, поэтому пена. Ну и по этой причине я чистую воду буду из пульверизатора добавлять. Потому что у меня там полный бачок воды, я только-только заправила. Ну вот, еще пройдусь пылесосом. Ну а теперь насухо тряпкой. Очень быстро, удобно и без проблем. Так, и теперь очередная партия белья постиралась, поэтому сейчас вот это все сразу сложу, уберу. Я люблю сразу все складывать, потому что уже были моменты, когда просто снимешь. Так, это я на лоджию там повешу, немножко недосох костюм. Футболки. Сейчас сразу все разложу по местам. Это у меня для душа шапочки. Это кухонные тряпки. У меня все строго на своих местах висит. Так, это собачья подстилка была. Ну и мои пижамки. Я люблю, чтобы все на своем месте висело, чтобы брюки в рядок, кофточки, все по цвету. Ну вот, да, такой у меня пунктик. Носки тоже люблю развешивать по цветам, по моделям, труселя. Здесь они разные, а так я тоже по моделям обычно развешиваю прям в рядочек. Тут вот у меня только носки. Сегодня другой день, у нас замечательная погода, правда ветер, но зато солнышко. Надеюсь, что тепло, небо голубое. Я варю себе кофе. А пока пью имбирную воду с лимоном. Пошла гулять с собакой. Тепло на улице. Так, ну а сейчас покажу, как у меня все после разморозки. Здесь у меня моя еда. Куриная грудка. Много, 8 кг, куриные спинки, ножки и просто какое-то мясо, скорее всего, говядина на борщ. Так, ну и аккумулятор холода, ну он просто так лежит здесь, из Fix Price. Здесь у меня это бекон, тут морковка, грибы и тому подобное, помидоры. Дальше у меня там лежит зажарка для яичницы, сверху просто зажарка, здесь зажарка для супа-пюре заготовка и тоже что-то такое, соус какой-то я делала, колбаса, здесь вот под этой коробочкой масло открытое, тесто еще лежит здесь. Ну, в общем, как-то так. Здесь у меня еда для собаки. Это куриные спинки, суповые наборы. В нижнем ящике я раньше хранила все, но там 7 помещается упаковок, а здесь 8. И вот, в общем, я еще все в пакеты положила, потому что, ну, пусть не полностью, но чуть-чуть растаяла. И там тоже поменяла пакеты. Да, не экологично, но что делать. Здесь у меня крабовые палочки. Я их редко ем, но они есть. Потом сырки, плавленные на суп-пюре. Это имбирь с лимоном, шпинат и кукуруза. Вот, я люблю делать яичницу. Колбаса ливерная много, но я ее тоже ем редко. И эти сосиски.
Так, сейчас покажу другой холодильник, но здесь надо размораживать все. И, естественно, я тоже буду все аккуратно складывать. Здесь у меня фарш и тыква, тут курятина, в общем, все подряд. И лапки и тому подобное. Здесь еще курица, шиповник, кулич. Надо разбирать. А здесь выпечка. Пироги с капустой, с яблоком, чайный пирог. Помыла моющий пылесос, все высохло. Буду сейчас его убирать на место, потому что пользуюсь им где-нибудь раз в неделю. Так, ну и это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока!